мальчик, давай, едь, едь, едь. В сторону отходи. Вот такой велопробег стартовал. И все, все, кто хотел, ну и теперь ваш покорный. Та-та-там. Ну что же, вот стартовал шикарнейший велопробег. Первыми поехали мотоциклисты. Я, естественно, еду последним, чтобы было что снимать красоты. Все едут не спеша. В общем-то, как оно того и предполагалось. Такой Тур де Франс. Ну что, все, я самый последний. И закрутим. Почему я еду последним? Да чтобы показать велопробег. Если я буду ехать первым, что-то да. Да, точно, все. Все проехали. Красота, сосны, вообще запах, конечно, просто офигительный. Красота. Вы знаете, настолько приятно, что люди есть у нас, очень много людей, которые любят велосипед, ездят на нем, пропагандируют, понимаете, получают удовольствие от этого. Ну, это, конечно, фантастика.
Отпустим всех, чтобы не воняла нам машинка. Первая поломка. Ну и понятно. Все-таки очень красиво. Пускай машинка еще отъедет. Единица 12-й год. Да, друзья. Вы знаете, это сравнить с чем-то тяжело. Я вот не знаю, передаст или нет. Ну, конечно, красота. Ну, вот кажется, что лес один и тот же, да? Вот я еду, снимаю, показываю. Нет, он разный. Здесь так идут деревья. Там они идут совсем по-другому. То есть, ну, это надо видеть. Ну, на горочку я сейчас легкий рекламная пауза. Очень красиво. Вообще. Просто. Вот эта дорога, это... Странно, что не поют птицы. Так, чуть-чуть, знаете.
Красота. А вот и птицы. Да, ветерок тут, вы знаете, так вот вроде бы и жарко-жарко. А вот буквально скорость там 14-15 км в час уже в ушки задувает. Ого-го. Да, маршрут, конечно, шикарный. Просто тут кто бы что ни говорил. Даже этот подъем, он стоил того. Ну, все, понятно, уехали вперед. Сейчас нас машины обгонять будут. Поэтому пока что выключаемся. Так. И вот тут вот такая красота. Фух. Вот. Друзья мои, мы с Артемом вот, из Ялты, товарищ, продолжаем нашу пешую велопрогулку наверх. Здесь, конечно, вот такой вид. Ну, это просто... Вообще, это надо видеть. Это надо видеть. Вот. А мы медленно крутим. Ну, я кручу. Тёма по понятным всем причинам на таком велосипеде крутить ни смысла, ни здоровья нету. Поэтому вот так вот мы движемся на горочку медленно и не спеша. Но все равно, когда ты едешь, такой едешь, по хобу, там и обрыв такой, короче. Иногда стрёмно. Тихо-тихо, то я тебя сейчас подожму. Да? На любом велосипеде. Да, я вижу, тут и я проеду. Камеру подглючивает. Я уже тоже спешился с коня. Вот, но не потому, что нету сил крутить, а потому, что устала жопця. Поэтому пока что идем пешком. Тут, конечно, красоты. Вообще. Итак, вот мы
уже снова оседлали. Тёма снова уже расседлался. Я пока покручу. Здесь уже прохладно. Так становится. Ну, вид, конечно. Я никогда не устану повторять. Это надо видеть воочию. Красота. Вообще. Виды еще не хватает. Как будто вообще в другой мир попадаешь. Итак, друзья, вот тут такие изгибы, просто кормушечка для животных. Такие вообще дорога, она просто, она волшебная. Вы знаете, хоть вверх, хоть вниз, но это ни с чем не сравнится. Это надо видеть. Это надо видеть. Короче, заднее колесо. И получается Буняков, что в переводе означает прыжок кролика. Потому что он на это похож. Ну вот это самый ас. Так что ключи понадобятся. Кстати, ты заметил, у вас много поваленных деревьев. И они повалены так, ну, уже давненько. Можно фильмы постапокалиптические снимать. Уже становится прохладно. Снежок. Дорожка вот так вот петляет. Конечно, очень красиво, очень необычно. Птицы поют. Красота. А здесь уже снег. То есть не уже, а еще. Еще одна кормушка для оленей. Ну это, конечно, что-то невероятное. Вот эта дорога, это просто, это что-то невероятное.